В Люберцах работает и активно развивается музей психологии. Это уникальное место отмечает свое пятилетие. Двери музея всегда открыты для любителей науки о душе. В камерной обстановке основательницу музея Ольгу Хлебодарову поздравили коллеги, ученые, единомышленники. По словам автора, это место создавалось более 10 лет. На стенах портреты психологов, основоположников классических направлений науки. В арсенале выставки различные инсталляции и редкие экспонаты. У нас есть книга Аполя «Амур и психея» 1904 года. Мы сейчас собираем большую библиотеку известных ученых Сеченова, Павлова. Прежде всего, задача, помимо рассказать о науке, психологии, каждого посетителя повернуть к себе, к своему внутреннему миру, потому что, зная себя, я знаю окружающих. Никак не получается это делать наоборот.